Добрый день. Первый матч тура 12-го встречает нас с Пермь. Этим матчем Амкар примет ивановский текстильщик. А с центра поля сейчас Даниил Горовых начнет. Ну что-то мы задерживаемся, да, на пару минут. Вот, можно начинать. Свистнул Зубов и начали. Амкар, Пермь, текстильщик Иваново. Первый матч 12-го тура. Что-то там не ладится в отношении открываний и пробить с дистанции. Почему нет, да? Если не открываются, то вот можно самому попробовать решить. У кого мяч? Мяч у текстильщика. Ермолин. Есть пространство, есть куда бежать. Ермолин режет угол. Ермолин отдать не смог. А вот это опасно было. Это было интересно. Смело. А кому претензии сейчас? Мартусевич. Сам до конца Ермолин. Неплохой проход юного футболиста. Ошибка, и забивать могли сейчас. Ну вот Хамхоев на выходе. Подарил шанс Шленкин. Муталиев не удается пройти. Горовых ошибается. И почему Тюкалов сразу не пробил? Вот тут удар. И мяч влетает. Потрясающе. Как же здорово. Пьянченко зрячие. Красавец гол. Разбирались мы с заменами. Я даже состав еще не представил. Муталиев еще дальше. Раджабов остался после углового. Два сейчас вингера на одном фланге. На левом у Амкара. Неплохо. И под ударчик и забивать мог. Вполне Подбельцев. Вот сейчас на замену бы ушел. Да, с голом. Обороняется Амкар. Полезли вперед гости. Удар в ближний угол. Это вот Семашкин на поле появившийся. Номер 88. Давайте его отмечать. Конкуренция, да, в атаке. Пьянченко, Мартусевич, Тюкалов. Опытные, мастеровитые. По Пекиану сложновато пробиться. Удар слева и в дальний. Хамхоев прыгал. С дистанции Горовых. Забивал уже в этом сезоне Даниил Форте. Вратаря Лацо. Матюшенко падает. Желтая будет. Желтая и красная, да? Вторая желтая Данилину на 85-й. И удаление. Вот эта развязка возможна. В десятером, в полном составе текстильщик с этой звезды по имени Амкар. Евсеев. Удар. И перекладина. И Хамхоев. Ой, хватается за голову Алексей Евсеев. Потрясающее исполнение. Не сильно, но как же точно, а? Гол Текнезиана. Нет, вынос. Кайков. Кайков, он же Кай. И все. Все. Ликует Пермь. Важнейшая победа Амкара. Прерывается серия из трех поражений. Из трех матчей без побед. Амкар поднимается в таблице на третье место, обойдя текстильщик, который проигрывает впервые с первого тура.